Битва. Так, он пешки слишком продвинул. Но с другой стороны, в чем слабость? Король-то далеко. А вот пешка. Что здесь получается на D? Более-менее проходная. Ну, братан, то нам надо двигать. Как медленно думай. Вот и давай свои инструменты в чужие руки. Ну это потяжелее было. Что ты хочешь ее продвинуть? А, не, будет достаточно словесной поддержки. Так, встанем. Что ты думаешь? Атаковать надо, думает. Ну вот, тебе пожалуйста. Так, ну пока мы вот сюда пойдем, к центру. Давай сюда. Значит, я все-таки в ближнем круге? Ты идиотка. Так. По-моему, да. А, по-моему, левый край что-то завален. Давай пока вот сюда. В шкафе эта собачница минут за 10 собрался. А укол от бешенства потом еще месяц. Ну-ка давай. Давай попробуем вот сюда. Братан, пешки не пройдут. Ух ты, блядь. Какой тупой ход. Да. Блин, где этот носок?
читаете это письмо, значит, меня уже нет. Он там повесился! С работой хрень, с учебой хрень, и Машка меня теперь никогда не простит, еще бы я и так втетерил. Это, извините, что уехал, не попрощавшись. Друзья, я по вам буду очень скучать. По Янке. Так. Прикольная девчонка. Ну, реально прикольная. Она со спины на пацана похожа. Кристинки, она тоже клевая. Она всегда йогурты вкусные покупала. Кристинка, ты только не обижайся, я тебе потом из деревни молока вышлю, настоящего. Я даже по Антохе буду скучать. Хотя сначала он мне, это, капец, не нравился. Потом немного понравился, потом вообще понравился. Потом опять не понравился, потом снова понравился, затем опять не понравился. Снова понравился, не понравился. Короче, блять. Самое главное, что когда проиграл. Он мне нравился, поэтому буду скучать. А ты, Майкл, мне всегда нравился. Ты мой самый-самый офигительный круг. А, друг, не пощадка. Ты мне всегда помогал. Спасибо тебе за все. Особенно за косарь, который я сейчас возьму из твоей книжки по истории. Взял. Вышлю, так смогу. Пешку а двигать раз, надо, Джи. И все, и победа. Попробуем. Так, куда? Давай сюда. Да. Сложный, сложный, сложный поединок. Так. Ага. Если я сюда, туман, да? Всех в Арктике и Метрополитена.
улицы к станциям, технологический институт, Сенная площадь в настоящее время перекрыты. В городе серьезные проблемы с сотовой связью, мобильным интернетом, вот в том районе, где мы сейчас. Не работает вообще, и дозвониться очень сложно, но понятно, Петербург – это 5 миллионов человек населения, кроме того, в городе огромное число туристов, жителей Ленинградской области, и сейчас, конечно, все звонят друг другу. И... А ты шахваста, сука. О взрывах в метро оперативно доложили Владимиру Путину, он сейчас находится в Санкт-Петербурге, заявление главы государства.